Призма. Принимай сумму. Не приходил пока. А, все есть. Таниса, я наперед. Таниса, поднимай. Она тут вроде добегает. А, Антара, Самон, пожалуйста. Самоню, Самоню. Все остальные тут. Шушлан еще нет. Шушлан. Тык на сум. Да пофиг, не принимай, давай это бикнем. Принял. Шо, танки, гоу. Линара. Она в ДД. Я думаю, что она в ДД его не протанчит. Если там Блад Деката должна. Все, она спекнет. Блять, там на X5 уже резку 25 хм трогает. В лужах не стоите, там три лужи. В лужу, блядь. Убейте. Три промаха Морталом, это нормально, блять, подряд? Четвертый. Ты просто неудачник. Блять, блицо бью. Тем более. Шестой. А там что, меткости 2% лишь? Они минус 2, у тебя вообще рефлексит. Похуй, прохиливайте в лужу. А нет, рым много. Блять, чё с симой, на? Орхидея, дай к иннер косуки, пожалуйста. Тотем отдал. Пометай ножичком в него. Ха-ха, лол, смотри, в лужи бегут. Зачем вы в лужи бежите?
Им так сказали, ДПС растет, ё-мё. Ага, ХПС у хилов может. Не дали, по-моему, заехать с Мортала, ё, пошёл. Ну нахуй, тут вообще Мортал не пашет, какого хера? Десять Имморталов подряд. А, типа Т4 не прокает? Да. А, так тут Т4 не работает, так как это считается боевой зоной. Типа, здравствуйте. Так вначале прокало. Я не знаю, что так. Она не успела включить. Тут ни у кого Т4 не работает. У меня тоже. Сбоку Алик, слева, от возле портала. Так пофиг убей. На Алика, да бей. Бля, накинули в чайки, а шо ж вы делаете? Боссом не убейте, а. Алик важнее, чем босс какой-то. Нет. Кстати, я сегодня тоже на этого сделал. На воина. Если напал их, что-то делай. Всем спасибо. Всем спасибо, все свободны. Ну что, решай давай, забирай, кто там пойдет. А пятую кату помогаем человеку или нет? Да, да. Давай поможем, кто там. А там что вообще, на минутку? Кто пусть плюс поставит, кому помогать. Этим же составом, да, на пятую? Нам разнесем. Там могут... Там мы придем просто войти. Там босс сразу убежит просто. Там могут быть алики. Да нет, таким можно сразу потом в Iron Forge побежать. Кстати, за дом, я знаю теперь реально изи тактику, как пробегать можно вообще просто. За счет того, что у ШП есть мамонт, мамонт плюс эликсир свободы действия, или как он там, что не станет, да, понял, в тучке. Понял. В тучке пробегаешь спокойно, и лог целый, и все. Ну, в принципе, да, нормальная тема. Ну да, я же говорю, что... Я Тёме раньше говорил насчет этого, что типа, если что, на меня СС. Он говорит, не, типа, ну теперь буду возить лока. Я купил. Кстати, сколько минимальный мамонт стоит вообще? Мне интересно, насколько я влетел. Да. А, стоп, там... подожди, ездовой или какой тебя интересует? Ездовой, чтобы возить еще двоих с собой. А, это не мамонт, 6К. Это конкретно. Тебя мамонт интересует или ну, механоцикл? Ну да, мамонт, самый дешевый, что есть в WoW, который 17-ка, можно купить. 16. Отлично, я за трёху взял. Стоп. Нет, это неправильная цифра. Чуть-чуть, лопосос. А за репу ж мамонт, который ездовой, он если репа другой. Прокачана, то... Одиночный. Кого? Какой одиночный? Алло. За я репу люблю... он да. Одиночный. Там два их. Да, с этим я в школе заново обращался, не спорьте, он там у него два есть. Два мамонта, да. Один одиночный, который без репы покупается, а второй ездовой. Че за репа? Ездовой, подожди, ездовой, кажется, с СА падает или нет? Нет, да. СА еще третий мамонт и еще один с этими животными. И пятый мамонт дается вам просто так вот, который чисто маленький такой. Название репутации, скажи. Короче, сыны Хадира или как? Сама суть. Я в СА, короче, купил мамонта за 3 куска, все. Ну он просто ездовой, ты на нем не можешь возить людей. В смысле не могу? Какая разница, кто за 3 куска купил? Где ты такого дауна нашел с половиной мозга, скажи, пожалуйста. Я умею. Я продал когда-то перчатки ПВПшные на приста за 20к, ребят. Я на циркуле, когда можно было шмот продавать, рейды кидал, и нормально. А, да, я тоже. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, что такое? Да там все так делали. Я так вольно солоску и забрал, потому что не я был рядом. А ну, попробуй задумчик. Это тот или не тот? Да, можно садиться. Все, слышу, Стас, что ты рассказываешь? Два еще слота, еще один есть даже. Можно. Так, а ну-ка подождите, а ну иди.